Всем привет! Я Андрей Фандеев. Видео снимаю для своих друзей, а также оно может оказаться полезным для всех, кто случайно попал на мою страничку. Сейчас октябрь 2015 года, лето 2015 года я провел в Крыму, живя в палатке. Море, горы, солнце. Ночевки на диких пляжах, между скал, песни с соседскими хипарями, под гитару, под водочку, ночные дайвинги, подводные гроты, на виндсерфинге гоняния с тинейджерами по волнам. Все супер. И тут нежданно-негаданно сижу на скале, любуюсь великолепным пейзажем, вдруг бах, немеет половина тела, рука, нога, щека, по губам мурашки, язык онемел, с трудом дополз до палатки, пришел в себя, съездил в Ялту, сделал кардиограмму, все супер, все нормально. Через недельку повторно, бах, удар, еще сильнее. Теряется ориентация, не могу ходить ни по ступенькам, ни по наклонным плоскостям. Не знаю, куда поставить ногу. Машиной наехал, поцарапал диск об бордюр. В общем, какой-то кошмар. Понял, что серьезно. Вернулся в Молдову, прошел обследование. Сердце, легкие, почки, поджелудочное, все супер, почти 40 лет курю, на легких ни пятнышка, все ляля, врачи сказали, внутренности как у младенца, все супер, что за зараза. Прошел УЗИ, нашел в сонных артериях пробки, огромнейшие, забито, мозг не питается почти абсолютно. Врачи сами удивились, что вообще я на ногах стою. Пробки от холестерина. Неправильное питание. Жирная пища. Я люблю поджаренное мясо, шашлыки. Соленое, перченое. Все это откладывалось за всю жизнь в эти самые пробки. Срочно на операцию. Пока обследовались, потерял зрение. На левый глаз не вижу нифига. Срочно на операцию. Положили. Вот, вскрыли шею. Воткнули шунт в обход, чтобы мозг питался. Операция сложная. Вскрыли артерию. Начали чистить. Вот я кусочек для себя сохранил, какая гадость сидела внутри. Это часть только. С обеих сторон. 3 недели назад делали. С одной стороны уже заживает. Вот неделю назад сделали с другой стороны. В общем, вытащили меня как минимум с инвалидной коляски. А что такое при таком образе жизни, активным, жизнерадостным, оказаться прикованным к коляске или к постели, чтобы жена за тобой выносила утку. Это кошмар, конечно, как представишь. Вот. Меня, тьфу-тьфу-тьфу, слава богу, пронесло. Пишу это видео для того, чтобы все, кто постарше, за сороковник, полтиннику, не пожалейте 10 евро, сходите в УЗИ, проверьте вот эту заразу. Когда у вас что-то болит, печень, почки, оно болит, оно сигнализирует, понятно. А вот это мина замедленного действия. Можете уйти в одну секунду. Вы знаете такие случаи среди ваших знакомых, друзей. Не дай бог, конечно.
Так вот, я вам говорю, потратьте 2 часа, съездите, сделайте УЗИ. Потратите 2 часа, остаток жизни вы не проведете в кресле-качалке сутками выносными. Ну, вот, наверное, и все. Всем пока, спасибо за внимание и будьте здоровы!